Привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами рецептом шарлотки. Шарлотка получается воздушная, пышная, вкусная. В чашу добавляем яйца. К яйцам сахар. Ванильный сахар. И взбиваем до пышной пены. Добавляем частями муку и взбиваем миксером. Когда добавляете муку и размешиваете, миксер должен быть на маленькой скорости. Я добавила 2 заранее нарезанных яблока и размешала. Форму я заранее застелила пергаментной бумагой и смазала сливочным маслом. Ну и выливаем форму. Духовку я заранее разогрела до 180 градусов и ставим выпекать. Шарлотка наша готова, выпекалась она 40 минут. Шарлотка наша готова. Вкусная, пышная. Приятного аппетита!